Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Поздравляю тебя, сынок. Ну это правильное решение. Потому что мужчину делает мужчиной не порванные носки, не обоссанный стульчак, не погрыженные ногти, сыночка. И даже не первая заначка. Мужчину делает мужчиной жизнь с пацанами в маленькой комнатушке. Да, сыночка. Знаешь, все раньше было время вообще, конечно. А мы с мужиками жили, представляешь, втроем. На одной кровати слева друг, справа товарищ. Вы настоящие мужики прям. Да, конечно. Ну, сын, ну смотри, а. Ну одобряю, ну нормально вообще, шикарно, а. А че, пап, не слишком убого, а? Да ну ты че, у тебя в комнате так же было, только это, воняло еще. Да, пап. Вообще идеально, мне кажется, прям все, сыночек, заезжай. Все. Не думай, не думай, заезжай, все. Давай, пока. Слышь, мать, ну что, вот мы остались с тобой одни. Сука, даже не верится, а. Больше не будет этих долбанных криков из-за Доты, мать. Счастье привалило. Пап, а мы что, мы с тобой совсем забыли чайник собрать? Ничего не забыли, это мой чайник. Отдай ему чайник! Да, сынок? Пап, скинь денег, а надо за квартиру заплатить. Пап? Пап! Да что ты орешь? Дай хоть на секунду представь, что ты самостоятельный. Ну что, я тебя поздравляю. Вот и твой сын стал уже совсем взрослым мужчиной. Еще маленький будет самостоятельный. Я вещи оставлю постирать. А сам чё? А как? А чё там, берешь вещи, кладешь их в стиральную машинку, потом... Ладно, оставляй, мать потом постирает. Чё ты говорил-то? За матерей! Точно. Пап, я у вас сегодня переночую, а? А у себя чё? Да пацаны уже неделю пьют. Да чё такое-то, мать, а? У всех дети как дети. У нас какой-то не такой, блядь. Он точно не Тимофеевский. Сына, я что-то вообще не понял. У нас воду отключили. В чайничке умойся. Это долго. Долго ты съезжал отсюда? А чайник кипятится 4 минуты. Достал уже, а? Ну чё, сколько у тебя сын-то уже отдельно живет? Месяц! О-хо-хо-хо, мужик! Давай гляди, дедушка тебя сделает! Пап, тут бумаги за коммуналку, пусть мама заплатит. Сам плати. А как? Ну, как, чё там? Берешь бумаги, идешь. А куда там? Ладно, оставь. Мать заплатит. Ты чё опять здесь? Заехал вас проведать. Мне вообще-то 45 лет. До 70 ваш не беспокоится. Чё там в универе? Я вообще-то отдельно живу, не обязан отчитываться. Вообще-то я пока плачу за... Тот без зачетки больше не появлялся, понял? Пап, скинь денег надо продуктов купить. 100 рублей хватит? Ну нет, конечно, сейчас на эти деньги ничего не купишь. Что значит ничего не купишь? Я вон купил 2 банки пива и кириешки. Это, считай, мой полноценный ужин. Сотку отправлю. Да пап! Все, давай. Я не понял. Мать, он почему опять здесь-то? Да просто покушать заехал. Я вообще-то ему деньги вчера на еду переводил. Пусть это деньги отдает. Прекрати! Да я сказал, пусть отдает. Ну ладно, пап, рад был вас повидать. Все, я пошел. Стоп! Ты что, под курткой? Да ничего, пап, ну я ж поправился. Это-то понятно. Я говорю, под курткой что? Это я ему дал! Пап, ну закончу универ, тогда уже съеду от вас, да? Да. А сколько тебе учиться-то осталось? 4 года.
твою мать, ну почему говорят, так быстро время-то летит? Ну где быстро-то, а? Ну где быстро? Еще 44 года, ну что такое, ну слава, ну ёпт!